этих фотографиях библиотека семейного чтения в ближайшем будущем. Такими читальные залы станут после капитального ремонта. Рабочие приступили к выравниванию стен и пола, замене окон. На это у них есть 3 месяца. Помещение очень интересное. Библиотека, несмотря на то, что она имеет не очень большие размеры, достаточно грамотно провели зонирование. Нету ни одного нефункционального уголка в этой библиотеке. После отделочных работ проведут все необходимые коммуникации, а также установят камеры видеонаблюдения. Завершающим штрихом капитального ремонта библиотеки на левом берегу станет интерьер. Сюда привезут мебель и элементы декорации помещения. Рабочая встреча прошла в рамках народной программы «Единой России».